удержался. Опа. Ой-ой, куда? Лед, там был лед, но я смог увернуться. Ух, как же здесь сегодня обалденно просто. Шикарно. Снег как лед просто, как на коньках еду. Очень классно, действительно. Сегодня хорошо. Надеюсь, сегодня зарядки хватит на GoPro, чтобы показать вам что-то интересное, как я летаю. Сейчас планирую там с трамплина с этого прыгать. Ну, я не знаю, видно вам вот тут вот. Я думаю, вам не видно. Что-то очень медленно едем. Мне нравится, что музыка. Боюсь, чтобы авторских прав не было. Кого? Еле удержался. Кидает. Это фристайл. Фрирайд. Так, вот там опять мой трамплинчик. Главное, что там не было людей, которые там очень любят сидеть. Ага, а он есть вообще? Ага. А так его нету. Кого? Кого? Украли. Трамплин украли. Значит, едем в лес. Если лес открыт, конечно. Но он для меня всегда открыт, в принципе. Что по трамплинам? Как всегда. Небольшой фрирайд на лыжах. Небольшой, потому что там сломали все на свете. Трамплин тоже. Сорочан активно ломают мои трамплины, на которых я катаюсь очень часто. Вот. Они это очень любят делать, ломать мои трамплины. С дрифтом летим 150. Какие 150? Тут все 200 уже. Все, прилетели успешно. И теперь резко поворот налево. Ой.
куда меня? На вонючую гору заехали мы. На самый верх. Вот тут реально очень стрёмно. Тут высота интересная, конечно. Тем более у меня еще лыжи, они не сильно для фрирайда такого. И снега пушистого созданы. Но все равно я как-то пробираюсь. Как-то все-таки я пытаюсь пробраться. Лед. И, как всегда, ухожу на контах. На контах реально классно ехать. Мне нравится. Прикольно. Мы сейчас также подлетели. Можно хорошую развить на этом уклоне. Вон как дети едут, классно. Класс. Говорят, это вот черная трасса, типа здесь, в Сорочанах. Вот, но пока я еду, ничего тут черного не чувствую. Хотя, может, и тут будет ловушка. Да не, нормально. Черная, не черная, но вроде такая. Слабенькая. На кантиках вообще отлично заходит. Не знаю, в чем ее особенность, но...